Белый теплоход «Бегущая волна» уносит в Винновку активистов общественных организаций инвалидов Самары. 70 туристов будут любоваться волжскими просторами с палубы Петра Алабина. В Винновке их ждет экскурсия в Свято-Богородичный мужской монастырь с трехвековой историей. Очень даже важно, когда нас приглашают на вот такие вот мероприятия. Нам важно именно общение в первую очередь, потому что наши инвалиды, они такие активные, и счастливы вот пообщаться со всеми вместе на природе. Выездные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья проводят ежегодно. И каждый раз организаторы стараются придумать что-то новое. Вот в прошлом году у нас были экскурсии по городу. Мы узнали о нашем городе столько нового. То есть, вы понимаете, побывав в других городах, мы никогда не думали, что в нашем городе можно столько интересного и нового найти. То есть, и что на следующий год придумаем? Ну вот сейчас вот соберемся. У нас здесь все председатели общественных организаций, может предложить что-то новое. Общественники уже побывали на конференциях и форумах в Казани, Чебоксарах, Ульяновске. На этот раз представители 18 общественных организаций инвалидов Самары обсудят планы на будущее и, конечно, отдохнут в кругу друзей. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.